Друзья, всем большой привет! По серпантину вы, наверное, догадались, что мы едем куда-то в сторону Сиджеса. Именно в этот город мы сегодня приехали. Красиво, безумный серпантин. Единственные два минуса, которые на нем есть, это узкий серпантин и велосипедисты, которые создавали невероятные пробки и создают ситуацию, когда машины вынуждены ехать друг за дружком со скоростью велосипедиста. И хорошо, когда этот велосипедист спускается с горы, он тогда, в принципе, разгоняется километров до 50. Но если идет подъем в гору, то скорость может быть там и 15 километров в час. За счет того, что серпантин имеет достаточно узкую дорогу, приходится ехать следом за велосипедистом, не всегда есть возможность его обогнать. Но, тем не менее, дорога безумно красивая. Перед тем, как приехать в Сиджес, мы заехали в городок, который называется Виланова. Там есть магазин антиквариатный, и я не смогла удержаться и сняла оттуда немножко видео. Поэтому, прежде чем пойдем с вами гулять по Сиджесу, сейчас я вас проведу по магазину со всякими старыми вещичками. Я уже этот магазин показывала. Мы приехали сюда, чтобы выбрать картины. И я изначально думала не снимать здесь ничего, но тут так интересно, что хочу вам показать, что здесь появилось нового, цены и что мы уже насмотрели. Это городок Виланова. Магазин будет в описании. Сюда можно из Барселоны доехать на прямой электричке. И вот прямо здесь у входа висит картина, которая нам очень понравилась. Такие кораблики. Стоимость этой картины 150 евро. Вот мы на нее сейчас смотрим. Вещей здесь каких хотите, здесь в том числе есть и мебель. Вот такую девушку можно в картине взять, 650 евро стоит. Здесь есть как современное творчество, так и какие-то объекты искусства, которые уже повидали виды. Да? Так, у меня там Глеб ходит. Сейчас я вам покажу картину, которая нам тоже понравилась. Причем вот смотрите, например, здесь есть такие уникальные экземпляры, целый набор за 60 евро, стаканчики, ложка, фляжка, какие-то бутылки рома или чего здесь. Ну, в общем, всего-всего много. Интерьерные книги можно найти. Вот, например, книга про Мерлин Монро. Стоимость этой книги 40 евро, но книга содержит много информации, видите, такие как будто бы запечатанные листы с оригинальными письмами, с какими-то важными документами. Книга на испанском языке. И вот эта книга мне очень нравится. Может быть, если бы она 20 стоила, я бы точно не задумываясь купила, но 40 пока не готова за книгу платить. Картина, которая напротив, вот эта, стоит 200 евро, рядышком повыше 220, но нам очень приглянулась картина, которая стоит 400 евро. Вот эта вот картина с красивым пейзажем таким, тоже бухточка, но пока мы считаем, что она дороговата для нас. Для любителей статуэток здесь много разных статуэток по разным ценам. И 80. Ангелочки стоят по 20 евро. Сервиз такой симпатичный стоит. И стоимость сервиза 100 евро. Образцы современного искусства. Такая картина уже стоит немножко подороже. Ну как немножко, 750 евро она стоит. Вот, возможно, можно поторговаться, но мы точно не знаем. Внизу тоже что-то из современного творчества. Так, 220 евро. На самом деле здесь можно отыскать всего, что только хочешь. Например, вот такая вот в форме звезды люстра, которая стоит 195 евро. Очень симпатичный попугай сидит тут. И рядом с попугаем чайник за 75 евро. И вот, кстати, еще одна такая же картина, очень похожая. Тоже
Стоимость 750 евро ее. Для модников и модниц тут есть отделы с одеждой, а также со всякими украшениями, какие-то брошки, браслетики. Браслеты по 7 евро. Вот какие-то деревянные всякие, с бусиками, с сережечками. Даже вот есть какая-то заколочка такая интересная. Тут даже вот можно такую красивую посмотреть ракушку. Стоимость этой ракушки, они, наверное, вдвоем вместе продаются 110 евро. Вот. Но мы ищем картины. Пойдемте дальше. А вот, собственно, и мебель. Диван похож очень на наш, который мы купили. Сейчас найдем цену. Цена этого дивана 400 евро. Макларен, про все команды и про гонщиков тех времен. Шанхай. О, Алонсо. Ну, берем, наверное, да. Ребята, в общем, вот такую вот картину я ее заприметила еще час назад. Уже первый раз показывала Глебу. Глеб как-то без энтузиазма ушел наверх. Ну вот понесу уже на кассу показывать ему ее еще раз. Стоимость этой картины 150 евро. Пока, может, мы что-то сторгуемся на скидку. Но вот мне она очень понравилась. Да, может, над диваном повесить, над нашим. В общем, понесу Глебу. Так, туман, пошли Глеба искать. Как вы уже поняли, без покупок мы не уехали из этого магазина. Я вам обязательно покажу дома, что же мы там себе купили. Но скажу, что мы нашли книжку по Формуле 1, мы ее взяли, и это были еще две картины. Ну а пока идем гулять по Сиджесу. Обещанное море. Давно обещала, что погуляем рядом с морем, и вот он, пляж города Сиджес. В этом году он стал намного меньше, его вообще смывало весной. Пляж восстановился, но стал в два раза меньше, чем в прошлом году. Даже пляжные кафешки здесь не установили. По сравнению, например, с побережьем Моресмы и тем более Коста-Браво, здесь всегда и жарче, и вода теплее. Вода теплее, потому что здесь нет такой глубины, здесь более пологий вход, и вода очень хорошо прогревается. Ну, а почему здесь жарче по погоде, я не знаю. Но вот мы с Глебом заметили, что всегда приезжаешь в Сиджес, и всегда здесь пожарче. И даже сейчас, например, у нас в городке сегодня показывают плюс 25 градусов, здесь плюс 28. 3 градуса разница. То куда, а мы на кладбище. Сегодня посетим кладбище города Сиджес. Рядышком с пляжем находится, и здесь свободный доступ, куда можно зайти и прогуляться. Так выглядит здесь колумбарий. Это стена, где хранятся урны с прахом. И вот каждое отдельное окошечко
Это отдельная могила. Есть лестница, с помощью которой можно добраться до самых верхних ячеек. По периметру идет колумбарий, а по центру это могилы, которые выполнены просто как произведение искусства. Ну и вот помимо таких больших лестниц, которые стоят вот на втором плане, есть более удобные, более комфортные, надежные, такой как подъемничек уже. Так, и вот есть такая вот лестница, которая, мне кажется, выглядит намного надежнее, если уже надо долезть до верхних плит. А, честно говоря, я очень боюсь высоты, и я думаю, что воспользуюсь вот этой вот лестницей, есть большой шанс просто с нее свалиться и сюда же попасть рядышком. Кому лез, там и остался. Так, и тут рядом вот такой красивый вид на море. В Барселоне тоже есть несколько кладбищ. На Монжуйке есть одно из Поблинов, куда водят экскурсии. Там тоже очень красиво, очень атмосферно. Совсем не похожи кладбища на те, которые у нас. Здесь больше распространена кремация, захоронение в урнах. Ну все, выходим в город. Первый раз показываю вам кладбище испанское. Вот теперь будет немножко больше представления о этом, об этой стороне нашей жизни. Пообедали мы в кафешечке, вот в таком вот баре, который находится прямо около пляжа. Несмотря на близость к пляжу, цена в кафешке, в ресторанчике вполне адекватная. Паэля стоит 20 евро, я себе брала гаспачо в районе 8 евро и так далее. Этот барчик соседствует с пляжем, которые для максимально раскрепощенных людей. То есть здесь отдыхают нудисты. Причем среди нудистов есть, ну, и обыкновенные одетые люди в купальниках. Но где-то 50 на 50, да, кто-то нудист, кто-то там чисто в плавках, а кто-то одет комплексно. И, в принципе, этот пляжик находится в самом конце Сиджеса, либо в самом начале, как уже посмотреть. И на протяжении, наверное, метров 200 длится такая береговая линия, которую любят, ну, такие вот люди, которые хотят и себя показать, и можно других посмотреть. Поэтому будьте в курсе, имейте это в виду, если вы решите пойти куда-то вот на пляж немножко в стороне, что там, может быть, что там отдыхают разные люди. И такой пляж начинается, вот тут не видно за растительностью, вот продолжается здесь и заканчивается примерно у этих скал. Ну а наш центр вот там впереди. Если кто-то против оголенных полностью людей, то вы должны быть в курсе, что в этой части пляжа вам делать нечего. Очень долго. Покрывали. Это для меня тяжело.
Часто здесь, возле церкви, на этой площади играет какой-нибудь уличный музыкант. Можно послушать красивую музыку. И если вам понравилось, то ставите ему монетку. Вот. И сейчас играет такой парень. И сегодня, несмотря на то, что суббота, очень мало людей. Вот. Совсем мало, площадь свободна. Выходим на солнечную сторону. Эта часть вся сейчас залита солнцем, потому что вот оно солнышко испанское прямо нам в камеру светит. Ребята играют в волейбол, кто-то загорает, кто-то плавает. Ну, людей, кстати, не очень много, нормально. Можно спокойно прийти, лечь, отдыхать. Зрители тут же. Рядышком променад свободен. Гуляй не хочу. Бегуны бегут. Ресторанчики. И это очень интересное ощущение, когда ты можешь за час добраться до какого-то курортного города морского. Потому что у нас ощущения вот такого вайпа отдыха в Масноу нет. Адрианочка со мной тут рядышком махает. Мы на самом деле ищем мороженец. Я очень хочу мороженое. Я тоже. Вот, и я поэтому хочу... Поэтому мы должны дать друг другу 5. Да, и 5. Чтоб мы нашли самое вкусное мороженое. Я хочу на самом деле сицилийский мандарин. Ну или как-то так называется. Все, сейчас пойдем искать. Я ела сегодня манго мороженое. Манго. Манго тоже очень вкусно. А Глеб очень любит мороженое маракуйя. Это Глеба любимый вкус. Вот. Глеб у меня гуляет в такой красивой рубашке. А, это не это, на мне следующая мороженица. Я знаю мою мороженицу, я мимо не пройду. Итак, я нашла свою самую любимую мороженицу. И она называется Дина. Именно сюда я рекомендую приходить за мороженым. Оно очень вкусное, и здесь есть обалденный вкус, который называется сицилийский мандарин. Я именно ради этого мандарина готова даже постоять небольшую очередь. Вот что я, собственно, и сделала. Так, ребята, в общем, здесь у меня мандарин, здесь у меня фисташка, здесь у меня печенька. Это все божественно вкусно. Боже мой, я не знаю, это вкус какой-то у меня ассоциируется с детством. Когда, помните, мандаринки были с косточками, с кислые такие вот, неказистые, но они были такие ароматные. Вот именно здесь вот этот вот вкус. И фисташка тоже очень такая насыщенная, и все это молочное, и это... За 3,90 дайте 10 штучек, пожалуйста. Mm-hmm.
Время движется к закату. Стало немножко так попрохладнее, посвежее, появился кислород, можно дышать, потому что днем было жарко. На улице туристов появилось больше, потому что многие, наверное, сидели у бассейнов дома под кондиционером на пляже. Поэтому променад сейчас заполнен. Также есть уличные артисты, которые играют музыку на разных частях променада. Вот я вам показала одного парня, вначале еще один играл. Ну тут ребят очень много, всяких малышей, карандашей бегают. Но мы гуляем дальше. И как раз вечером гуляют с собачками, поэтому туман тут со всеми знакомится. И здесь очень много ресторанчиков. Вот мы идем, и с правой стороны ресторанчик, один с другого переходит. Сейчас уже включилась красивая вечерняя подсветка в теплых таких тонах. Я бы сказала, что даже тут такая атмосфера хюгги присутствует. Такого спокойствия. Нету шумных, кричащих испанцев. Поэтому можно насладиться. Потому что если вы пойдете в испанский ресторан, то ни о каком хюгге речи быть не может. Испанцы будут там орать, кричать, друг друга перекрикивать. И, в общем, это у них в культуре такое. И именно так они отдыхают. Если вы хотите спокойно посидеть, то лучше идти именно в туристический ресторанчик вот такого вот плана, вот такого типа, куда испанцы не пойдут. Здесь сидят туристы, они хотят отдохнуть, посидеть, вина посягать. А в испанском ресторане будет шум, гам, там будут пить пивко и вряд ли будут кушать. В общем, все, ребята, мы прогулялись с вами по красивому городу Сиджес, который находится в 40 минутах езды от Барселоны. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим городом, либо любые другие вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Тут, кстати, есть вот туристический паровозик, мы на нем ни разу не катались и не знаем, сколько он стоит. Если найдем остановку, то я обязательно этой информацией поделюсь. Но для тех, кто будет в этом городе, то, в принципе, как опция, можно провести отличное время, вот покатавшись на таком паровозике. Всего лишь 4 евро стоит туда-обратно. Это в одну сторону 2,50, а туда-обратно 4 евро. Он возит только по побережью, этот автобусик, от церкви в край пляжа. Здесь находится отель, который называется Sunway. Здесь гольфовые поля имеются. И, в общем, в одну сторону можно проехать за 2,50 и потом пешочком вернуться назад. Именно в этой зоне находится пляж для собак. Туманчик, ну извини, сегодня уже туда не попадаем, не поплаваешь ты в море, скажи, и не больно-то хотелось. Ну, на сегодня все, ребята. Я вас всех обнимаю, всем не скучаю, всем до новых встреч, всем пока-пока. Ну а теперь бонусом по скриптам небольшая вечерняя и ночная жизнь Сиджеса.